Next year we'll have to have bigger tent. На следующий год мы сделаем палатку больше. One hopes that you had Кто-то надеется, a pleasant week, что у вас была хорошая неделя, instructive learning, познание, and exploring into oneself, погружение внутрь себя, the immense depth and width of life, в той безбрежной глубине и широте жизни. We are going to ask several fundamental questions this morning. Мы собираемся задать несколько фундаментальных вопросов сегодня утром. Perhaps some of you have not asked this these questions. Некоторые из вас не задавали эти вопросы. And it may sound rather extravagant, и они могут показаться странными и не имеющие ничего общего с нашей повседневной жизнью, or that is merely theoretical. Или показаться чисто теоретическими. The speaker does not in any way indulge in theories. Рассказчик не в большей степени не интересуется какими-то ни было идеологиями или теориями. Any sense of have any sense of beliefs, dogmas, religions. First of all, what is it to be honest? Прежде всего, что значит быть честным? Really, deeply honest. Действительно, глубоко честным. We are honest to some that is conformity, which we call honesty, to some только до какой-то степени конформизм, belief, faith, какой-то догматической веры, идеологии. But honesty seems to be, и мы называем это честностью, where there is total integrity. Но честность, как это кажется кому-то, это полное единство. That integrity is not mediocrity. Это единство. Непосредственность. Mediocrity, the meaning of that word, according to the посредственность, значение этого слова, в соответствии со словарем, who goes halfway up the hill, это кто-то, кто всегда на полпути к вершине, и никогда не на ней. Perhaps we go to the top of the hill in silence. Возможно, мы на вершине в науке. In all the technological world. В техническом мире. But we never go to the very top of it. Top of our own inquiry. Но мы не достигаем самого верха, вершины познания. And find out for ourselves the depth and the beauty of our own lives. Нашей собственной жизни. Where there is integrity, там, где единство, that is a wholeness, то есть целота, not completeness, чувство, but a sense of non-fragmented way of life, чувство незавершенности, а не раздельной жизни. Out of that comes great honesty. Отсюда приходит честность. Unyielding. Неподдельное. Not easily persuaded or dissuaded. И не склоняемое. But living a daily life in which is this holistic way of conducting the sense of morality and all that. Чистота поведения, мораль и все, что с этим связано. We're going to talk this morning over. Мы собираемся обсудить сегодня утром вместе. As we have talked about several other factors of life. Как мы уже обсуждали некоторые другие аспекты жизни, ради конфликта. Could ever end in our daily life. Можно ли прекратить конфликт в нашей повседневной жизни? We also talked about
fear. И мы также говорим о страхе, печали, вчера и утро. And the depth and the strength природе, of love, сострадание и разуме. We ought to talk over this morning together. Мы должны обсудить сегодня утром вместе. What is death? Что такое смерть? What is immortality? Что такое бессмертие? And what is continuity? И что такое последовательность? In the understanding of all that, для того, чтобы понять все we have to really delve very, very deeply мы должны действительно очень глубоко в природу времени и мысли, from the beginning of this talk. Что мы уже делаем с начала этих бесед. Time, we said, время, мы сказали, the past, это прошлое, modifying itself in the present, изменяющееся в настоящем, and the future is the present, это будущее, это настоящее, having its root in, roots in the past, с корнями в прошлом, continuing, which is the future, которое последовательно становится right? будущим. So the future, is now. Поэтому будущее сейчас. That is, we have evolved. То есть мы эволюционировали. В соответствии с мнением ученых, биологов. We have been on this earth as human beings. Мы на этой земле. For 40-50,000 years. Эволюционируем 40-50 тысяч лет. During that long interval of time. За этот долгий промежуток времени. We have accumulated a great deal of information, experience, знаний, опыта. And technologically we have advanced in the most extraordinary way. But inwardly, psychologically, subjectively, we are very primitive, barbarous. English weather. Английская погода. And we have not fundamentally changed. И мы совсем не изменились. We are violent. Мы жестоки. Brutal. Грубы. Competitive. Terribly aggressive. Невероятно агрессивны. And so. И так далее. And unless one deeply understands not merely theoretically, but the nature of time, если не поймем саму природу времени, and what, не просто теоретически, а почему и что такое есть время. Is time a continuity? Есть ли время последовательность? I am this, I will be. Я это, я буду. Is time When is time? Когда есть время? Вы понимаете? Is there time in the very act of doing? Есть ли время в самом действии? Is there time in the very action of life? Есть ли время в самом движении жизни? You plant a seed in the ground. Вы сажаете семя в землю, и оно растет, flowers, расцветает, bears fruit and dies, приносит плоды и умирает. And while that seed is growing, и пока это семя растет, двигается, живет, there is no concept of time. Она тем временем human beings have the concept of time. Только мы, люди, имеем понятие времени. And when we are doing something completely, когда мы делаем что-то совершенно, without any sense of fragmented outlook or behavior, без разнородного мнения или поведения, делаем, of doing, there is no time. То в этом действии нет времени. Разве вы не замечали все это? As you are sitting here, когда вы сидите здесь, unfortunately or fortunately, слушаете, к счастью или несчастью, рассказчика, as you are listening very attentively. То если вы слушаете очень внимательно, я надеюсь, это так.
This attention has no time. В этом внимании нет времени. It's only time comes into being. Время появляется. You say, what? Только what когда он говорит, talking about? О чем это он говорит? I don't quite understand. Я не вполне понимаю. Or I'm making tremendous effort to understand. Или делаете громадные усилия понять. Тогда также появляется время. When there is actual listening. Но когда вы действительно слушаете. Seeing very clearly. Видите очень ясно. Then there is no time at all. Тогда времени нет вообще. And understanding this, we're going to inquire together. Чтобы понять это, мы собираемся исследовать вместе. Рассказчик имеет в виду вместе. All of us together. Все мы вместе. Into the nature. To depth, исследовать природу, beauty of глубину, красоту, смерти. When one uses the word beauty, когда кто-то говорит красота, what do we mean by that word? Что мы подразумеваем под этим словом? What is beauty to you? Что есть красота для вас? Because we are saying beauty is truth. Потому что мы говорим, красота это правда, как и любовь. What is beauty? Но что такое красота? A beautiful person. Красивый человек. A beautiful painting. Красивая картина. Great mountain that is immovable. Громадная гора, valley, которая неподвижна, покрыта снегом. Доливы, тени. Deep blue depth of a vast valley. И глубокая глубизна бескрайней долины. The great painting, the ancient sculpture, древняя скульптура, and when we look at them, we say, "How beautiful they are!" Мы говорим, как они удивительно прекрасны. Is beauty something in the beholder? Есть ли красота in the observer, in the seer, наблюдателя? Or is beauty when the observer is not? Или красота тогда, когда наблюдателя нет. Вы понимаете? Are we meeting each other? Мы встречаем друг друга. We all. Have you had enough is enough? Достаточно. Хорошо, понемножку. Because in our life, daily life, there's so little beauty. Но в нашей повседневной жизни так мало прекрасного. We want to have a beautiful body, beautiful face. Мы хотим иметь красивую фигуру, красивое лицо. And we do all kinds of things to bring that. И вы делаете все возможное, чтобы достичь этой красоты. Exercise. Упражняетесь. So-called yoga. Так называемая йога. Can we go into that world a little bit? Можем ли войти в это слово чуть больше? In the ancient days, yoga was taught only to very, very few. В древние времена йоги учили очень-очень немногих. And in doing yoga, и в практике йоги входили другие факторы. A meditation. Медитация. In the ancient days, это в древние времена. What is considered yoga. Я не говорю о том, что сейчас считается йогой. It was an act of dedication. Это была практика глубокой преданности. What is truth? Чтобы выяснить, что есть истина. Living according to that truth and so on. Чтобы узнать, как жить в соответствии с этой истиной. But yoga has become a commercialized affair. Но теперь йога стала коммерческим делом. И если вы не в состоянии найти лучшего занятия, то вы преподаете йогу. Those people who are experts at it. Те люди,
люди, которые являются экспертами в йоге, накапливают деньги. You know, the whole commercial process. Вы знаете, что такое коммерция. So yoga is something that demands great deal of attention. Требует громадного внимания. Great deal of self-observation. Громадного самоанализа. Self-recollectedness. Самонаблюдение. And so on. И так далее. Not just having a beautiful body. Это не просто иметь красивую фигуру. So, what is beauty? Как мы спрашиваем, что такое красота? When you compare two great paintings, comparison две знаменитые картины between that painter and that painter, то в сравнении между этим и тем художником, или это, или той поэмой, book or that, или этой книгой, или той, what is actually going on in one's brain? Что собственно происходит в мозгу? You are comparing, you are judging, you are evaluating. Вы оцениваете. Some have said Keats is the greatest poet ever lived. Некоторые говорят, что Keats величайший поэт из всех когда-либо живших. И если он жил дольше, greater than Shakespeare, но он был бы выше Шекспира и так далее. And when you put aside all the paintings in the world, in museums and your own house. Если вы отставите в сторону все картины мира, музеи, у нас дома и так далее. The great mountains with their snow. И увидите громадные горы в снегу. Against a blue sky. На фоне голубого неба. In the morning light. В утреннем свете. There is certain quality of silence. То присутствует определенное качество тишины. Certain quality. A breathless adoration. Определенное качество затаенного восхищения. And the perception of that immovable. И восприятие этой недвижимости. The deep valleys. Глубокие долины, озера, реки и леса. And the forests. When you see all that. Когда вы действительно видите все это. The very greatness of it. То само величие этого drives away our petty little life. Уничтожает мелочность нашей жизни. Maybe for a minute or for a few seconds. На минуту, или хоть на несколько секунд. When the self is not. Когда я отсутствует, присутствует красота. Вы вместе в этом? Are we together? Вы вместе в этом? When you look at all those mountains, rivers, когда вы смотрите на эти горы, реки, прекрасную архитектуру, or read a poem, или читаете поэму, some part of the ancient literature, что-то из древней литературы, the Old Testament, Старый Завет, all the Upanishads, или Упанишады и так далее. To observe all that without thought. Наблюдать все это без мысли. Without me interfering with your perception. Без вмешательства меня в восприятие. Then there is that quality of immense beauty. То тогда есть это качество поразительной красоты, не сотворенной мыслью. And to come upon that beauty. И прийти к этой красоте. Is to inquire whether the self, значит выяснить, the me, the persona, я, личность, all the characteristic tendencies, все характерные черты поведения, troubles, pain, и все печали, боль, беспокойство, can all that be put aside, отставить в сторону, not make that which is great, make you чтобы что-то возвышенное, put everything aside, заставляло вас бросить все, тогда это великое становится только игрушкой.
But if you can, if one can put all that aside, если кто-то способен бросить все это, the very nature of the self, the psyche, саму природу я, психики, then there is that immense beauty, тогда приходит эта безбрежная красота, which is really timeless existence, которая есть вечное бытие. And let's go to something else. Теперь перейдем к чему-нибудь другому. Which is, what is death? We are going to inquire together. Что такое смерть? What is death? Мы собираемся исследовать вместе. Что такое then смерть? We are going to talk over together. И также мы собираемся what обсудить. What is it that continues? Что это, что продолжается? And the continuity is a movement of time. А продолжительность – это движение времени, да? Вы следите? So we must ask also, поэтому мы должны спросить также. Permanent in us, есть ли что-то постоянное в нас, в мире? Outside of us. Вне нас. There anything imperishable. Есть ли что-то нерушимое? That cannot be destroyed. Что не может быть уничтожено. That is endlessly permanent. То есть бесконечно постоянное. Man has asked this question from the most ancient time. Задавал этот вопрос на запамятных времен. As he sees around him everything, потому что что видит, что вокруг все течет. Everything changing. Все меняется. Gaining, losing, накапливается, теряется, being destroyed and put away, разрушается, либо создается снова. And we also see in ourselves changing. И мы также видим изменения в самих себе, не только биологические, но и психологические. Мы все движемся чуть-чуть, понемногу. Движемся, меняемся. Not fundamentally changing, but не фундаментально, а немного. So seeing all that, поэтому видя все это, this constant change, это постоянное изменение, dying and being reborn, one asks, is there anything permanent? Есть ли что-то постоянное, lasting, длительное? And what is that thing that lasts? И что это, что длится? Is it a continuity of what we are? Является ли это последовательностью нас самих? Вы понимаете? Does this all interest you? Вам интересно все это? Don't just say yes. Не говорите просто да. That's no fun. Это не смешно. But we are really interested in this. Но если вы действительно заинтересованы в этом, it has to do with one's life. Потому что это связано с вашей жизнью. One's daily life. Повседневной жизнью. And is there anything in one's daily life that's permanent? А если что-то постоянное в повседневной жизни? There's always at the end of that so-called continuity. В конце этой так называемой последовательности наступает смерть. One has lived 90 years, or 50 years, or 10 years, and during those 80, 90 years, there is no continuity of memory, continuity of activity, labor, striving, aspiring, hoping to make oneself more excellent, стать более блестящим, in some skill or other, в той или иной области, or inwardly, psychologically, to find something, или психологически, внутренне, always changing, открыть что-то вечное. So we are we see all this. Мы видим все это. An ancient oak. Как умирает древний дуб.
Everything seems to come to an end. Все кажется приходит к концу, умирает. And observing all this, и наблюдая за всем этим, one asks oneself, as you кто-то спрашивает себя, asking yourself, как я надеюсь, и вы спрашиваете себя, something, есть ли что-то постоянное, that will last, that что будет длиться, its roots in some place that will что укоренится где-то еще, что-то, что будет всегда расти, immense, всегда будет безбрежным, постоянным. Разве вы не задаете эти вопросы? Я спрашиваю за вас. And so we're asking what is continuous. Поэтому мы спрашиваем, что такое продолжительность? What is it that continues? Что это, что продолжается? In our daily life. В нашей повседневной жизни. Is it not memory? Разве это не память? A series of associations. Серия ассоциаций. And a continuity is also exists also. И продолжительность существует также. When one thought is silent for the moment, another thought arises. Затихает мгновение, а другая появляется. There is an interval between those two thoughts. Есть интервал между этими двумя мыслями. And in that interval. И в этом интервале. We observe a sense of timeless existence. Мы наблюдаем на мгновение чувство вневременного бытия. That interval between two thoughts is still. Но этот интервал между двумя мыслями. Thought in absence. Все равно лишь пустота мысли. Thought then is absent between those two intervals, but is still. Мысль тогда отсутствует между двумя интервалами. Two thoughts. Но все равно это промежуток между двумя мыслями. Is it too complicated? Но надежно все это. Или это слишком сложно? Возможно, это так. Is continuity immortality? Или это продолжительность бессмертия? Because it's one of the things man has sought, immortality. Потому что это одно из того, к чему стремились люди, бессмертие. That which is beyond death. То, что вне смерти. And the like the ancient books, like the Upanishads, the Vedas, древние книги, такие как Упанишады, и еврейская древняя литература, Библия, и Шекспир Китс, они по-своему бессмертны. They are going to last when you они будут существовать, pop off. Когда вы и я собираем ящик. They'll be there. That's, is that immortality, the name? Они будут. Возможно, это бессмертие. Название. All the things associated with that name. Все связано с этим именем, названием. So what is immortal? Итак, что есть бессмертие? Mortality, we know what that means. Мы знаем, что означает and смертность. Dying. Человек умирает. Coming to an end. Живое существо приходит к концу. And human beings have asked this question. И люди задавали этот вопрос. Is there immortality? Существует ли бессмертие? A state in which there is no death at all. Состояние, в котором совсем нет смерти. Not a continuity. Не продолжительность. But because continuity implies time. Потому что она предполагает время. And where there is time, there is death. А там, где время, там смерть. Where there is immortality, там, где бессмертие, if there is such thing, если оно существует, then there is no death at all. Смерть there is нет no места. Ending or beginning. И нет конца или начала. Are you going to all this? Вы входите во все это? I'll go into it. Я иду в это.
If you're interested, если вам интересно, we'll take the journey. Мы совершим путешествие. If you're not, it doesn't matter. Если нет, то не имеет значения. You are comfortably seated. Я надеюсь, что вы удобно сидите. What is death? Что такое смерть? What does it mean to die? Что значит умереть? And that is an absolute certainty that we are all going to die. Что мы все умрем. And what does that mean? И что это значит? One has continued from childhood till the moment of death. Была длительность от детства до смерти. Continue with one's thoughts, with one's длительность мысли, ideas, чьих-то идей, or new set of ideas, или набор новых идей, thoughts, мысли, trouble, pain, yeah, anxiety, больные, loneliness, одиночество, and all the travail of life. И всей суеты жизни. That's what we call continuity. Это мы называем длительностью. And in that process, time is a factor. И время фактор в этом процессе. And when we die, а когда мы умираем, the Asiatic world believes, весь азиатский мир верит, по крайней мере часть его, пожалуй, большинство его, включая Индию и так далее. This continuity will continue. Что эта последовательность продолжится. After death. После смерти. Which is called rebirth, reincarnation. Что называется перерождение, реинкарнацией. That's a very comforting idea. Это очень успокаивающая идея. What you sow, you reap. Что вы сеете, то вы и пожинаете. If you are not good in this life, если вы неправедны в этой жизни, then in next life you pay for it. То тогда в следующей вы заплатите за это. Pay for it now. Или платите за это сейчас. Right? Правильно? Cause and effect. Причина и следствие. Causation separate, as though it was separate from the effect. Причина отдельно. Так как we это она отличается от следствия. Is inherent, has in it inherently effect. Мы говорим, что в причине заключено и следствие. Это не две отдельные вещи. Интересно, ухватываете ли вы все это? This is not philosophy. Это не философия. It's not some kind of exotic nonsense. Это не какая-то экзотическая ерунда. It's own life. Вы можете увидеть свою жизнь, если вы делаете что-то некрасивое. То в этом уже своя награда. It's own pain. Своя боль. If you do something correctly. Если вы делаете что-то правильно. Without the self. Без я. Then that brings about its own goodness. То это несет добро само по себе. So continuity. Поэтому is продолжительность. Causation, effect. Это форма. And причина-следственная связь. The effect becomes the cause. И следствие становится причиной. And so it's a chain. И так далее, как в цепи. And we're asking, what is death? И мы спрашиваем, что такое смерть? Biologically, when the brain has not sufficient blood, когда мозг не имеет притока крови, breath and so, кислорода и так далее. It decays very rapidly. Он гибнет очень быстро. And that is called death. И это называется смерть. Physical death. Физическая смерть. Either that is called brought about through some kind of disease. Это происходит или от болезни. Natural old age. Естественной старости. Or some accident. Или несчастного случая. We acknowledge that. Мы признаем это. Well, that's inevitable. Потому что это неизбежно. But we say, I have gathered all this experience. Но мы думаем, что мы накопили такой опыт. All my life I've worked. Я трудился всю жизнь. All my life I've tried to всю жизнь do this and that. Я старался совершить то and и это. Of it all.
Come to an end of all that. Если я прихожу к концу всего этого, don't you ask these questions? Вы не задавали эти вопросы? So we have to ask, поэтому мы должны спросить, to end? Что такое закончить? To end something, закончить что-то, in which there is no continuity. В чем нет длительности. Понимаете? To end. Закончить. All right. Хорошо. One is attached. Человек привязан. There is no question. Несомненно. Attached to an idea, to a book, to a saying, to your money, деньгам, to your wife, to some ideal, или какому-то идеалу, and so on. One is deeply attached. Кто-то глубоко привязан. We're not saying it's right or wrong. Мы не говорим, это хорошо или плохо. Кто-то привязан. Death comes along, and it's very. И говорит, сожалею. Cut that attachment. Прервет эту привязанность. And we want that attachment to continue. А мы хотим, чтобы привязанность продолжалась. And without it, and when there is freedom from attachment, we feel a bit lost. Без нее, когда есть свобода от привязанности, мы чувствуем себя потерянными. We are frightened of death. Поэтому мы боимся смерти. End of everything that you have. Потому что она может прекратить все, что вы имеете. Следите. And we ask, what have you? И кто-то спрашивает, а что вы имеете? At the end of 90 years, в конце I'm asking this of myself. Своего 90-го года я спрашиваю это у себя. And you must be asking of yourself. А вы должны быть у себя. You have. Что мы имеем? A house. Дом. A bank account, if you are lucky enough. Счастье или несчастье. I'm lucky enough. A wife. Жену. A husband. Мужа. The pleasure of sex. Наслаждение секса. And all the conflict of one's life. И все конфликты человеческой жизни. Actually, what has one in your life? Что кто-то имеет в жизни? Что вы имеете? And if one was very, very honest, если быть очень-очень честным, you need to have a house. То вам необходимо. You need to have a shelter. Вам необходимо кровь, еда. Это естественно, нормально. Otherwise, what have you? Иначе что вы имеете? A series of memories. Воспоминания. Да? A bundle of memories. Связку воспоминаний. And nothing else. И ничего более. In those bundle of memories, в этой связке воспоминаний, все вдохновения, желания, нежелания. Seeking God, вы знаете все это. Or not seeking God, или отказом Бога. Only there is only this. Сказать, есть только это, pleasure, то есть money, удовольствие, power. Деньги, власть. The mundane activities of the life, that's all one has. Чьей-то жизни, это все, что человек имеет. Death comes along and says, и приходит смерть. You can't carry it with you. И говорит, вы не можете забрать это с собой, все это должно закончиться. End of that. Конец этого. End of all your memory. Конец всех ваших воспоминаний. All your experiences, all the things one has traveled through life to accumulate. Всего того, что человек накопил в странствиях жизни. When a scientist, когда ученый, scientist, великий ученый, not employed by the government, не на службе у правительства, but free of governments, но свободный от власти, those scientists, they have accumulated extraordinary amount of knowledge. Эти ученые, накопившие громадное количество знаний,
умений, what you questioning about проникшие в материю, спрашивающие, что такое материя, что такое энергия, they too die, like us. Когда они так же умирают, как и мы. And at the end of their life, и в конце их жизни, что они имеют? And the tyrannic, the totalitarian dictators. Тоталитарные диктаторы. What is going on in Russia? Посмотрите, что происходит в России. In the world. Все диктатуры в мире. Что имеют они? Вы понимаете? We want what we have, мы желаем, чтобы то, что мы имеем, which is memories, то есть воспоминания, to continue. Продолжались. Right? Правильно? And when those memories come to an end, а когда эти воспоминания приходят к концу, of life, which это действительность, то есть смерть. And you know that your one is frightened. И зная это, человек напуган. You want to know what happens after. Вы хотите знать, что происходит после. And you want to know what happens afterwards according to your already existing knowledge. Исходя из вашего существующего знания. Вы понимаете? You follow me? Вы следите за этим? You are adding more knowledge by asking what is there on the вы добавляете знания, спрашивая, что там, когда кто-то умирает. Все, что человек хочет, это больше знания. Больше уверенности знания. А знание ограничено. Понимаете? Потому что знание основывается на опыте, который ограничен. А знание это память. Поэтому so мы мысли ограничены. Таким образом, мы продолжаем идти по этому кругу. And is there an end to all this? И есть ли конец всему этому? And that is death. Это смерть. And someone asks, итак, кто-то спрашивает. Is it possible to live with death? Возможно ли жить со смертью? Not commit suicide, all that silly stuff, but не совершать самоубийство и все эти глупости. With, live with an absolute fact. Но жить с чем-то. Жить с абсолютным фактом. The absolute fact is that one is going to die. Абсолютный факт. Это то, что человек умрет. And that death means the ending. И смерть означает конец знания, воспоминаний. So can one live with death? Поэтому можно ли жить со смертью? And not keep the two apart. Не разделять их. You see? You follow me? Понимаете? Вы следите за всем этим? What does it mean to live with death? Что это значит жить со смертью? What does it mean to own nothing? Что значит ничего не иметь? May I have money? Вы можете иметь like деньги, жену, детей. But to hold. And держаться за это. Hell to go on. И хотеть, чтобы то, за что вы держитесь, продолжалось. And death. Это одно. Means you hold nothing. Но смерть означает, что вы ни за что не держитесь. Can one live a life? Можно ли жить в этом мире? In this world, living and death together. Чтобы жизнь и смерть были вместе. That means living and dying every day. Что значит умирать, жить и умирать каждый день? So it means never becoming something. Это значит никогда не становиться кем-то. Becoming something psychologically. Становиться чем-то психологически. Psychological evolution.
что есть так называемая психологическая эволюция. In that there is time, в ней есть время, продолжительность. The memory held in the brain. И, конечно, воспоминания, удерживаемые в мозгу. Of course. And living with death means that has been accumulated. Все накопленное. Psychologically. Собранное психологически. Ending everything every day. Все это прекращать каждый день. Not at the end of the day, but in the beginning, in the middle, and all. Не в начале, в середине и все время. You say, you understand what that means? Вы понимаете, что это значит? Never having roots in any place. Не иметь корней нигде. Never having a sense of ownership. Не иметь чувства собственности. Possession. Обладание. Attachment. Привязанности. So the brain becomes extraordinarily alive, free. Так что мозг был абсолютно живой, свободный, если вы не без страха. We said we also would talk about. Мы сказали, что мы также обсудим, что такое медитация. Religion, meditation. Медитация. And what is creation? И что такое творение? Вы заинтересованы во всем этом? What is religion? Что такое религия? What is the religious mind? Что такое религиозный ум? What is the mind? Что такое ум? We must differentiate. Мы должны различать. The brain. Is the storehouse of all memories. Мозг из хранилища воспоминаний. Is the seat of all reactions. Это место всех реакций и действий. Response. Откликов. Both neurologically. Как субъективных. Psychologically, subjectively. Психологических. It is contained as consciousness in the brain. Все это содержится в виде сознания в мозгу. I'll go on, just. Не имеет значения, я буду продолжать, вы просто играйте со мной, хорошо? And so the brain is limited. И таким образом мозг ограничен, хотя и имеет безграничные возможности. Посмотрите, что они делают в техническом мире. And psychologically, subjectively, а психологически, субъективно, мы очень ограничены. That's part of the brain. Это часть мозга. The mind is something entirely different. Ум же нечто совершенно другое. The mind is outside the brain. Ум находится вне мозга. This requires a great deal of inquiry. Требует громадного исследования. Perhaps we cannot go on with this. Возможно, мы не можем продолжить с этим, так как наше время ограничено. Like love is not within the brain. Как и любовь заключается не в мозгу. It's outside. Она вне его. If it is within the brain, it's a. Если бы она находилась в мозгу, a process of thought, то это был бы процесс мысли, памяти, recollection, воспоминания, pleasure, pain, удовольствие, боли и прочего. The brain contains. All consciousness. Так как мозг содержит все сознание. Our consciousness is its content. Наше сознание есть его содержимое. There is no consciousness as we know it. Не существует сознание, как мы его знаем, если отсутствует его содержимое. Правильно? The content is our pain, love, а содержимое – наша боль, faith, одиночество, hopes, вера, надежда, вдохновение, беспокойство. Все это наше сознание. Our consciousness. And that is contained within the skull. И все это находится в черепной коробке. So love is not that.
surely. Поэтому любовь, несомненно, не там. Love is not a battleground. Любовь – это не поле битвы. Love is not a reaction. Любовь не реакция. Or a remembrance. Или воспоминание. And when there is reaction, remembrance and all that, it is still in the brain. Когда есть реакция, воспоминание и прочее, это отмечено. Любовь – это part of the brain, that's reaction. Все равно часть мозга, then it's not. Есть реакция, и так далее. Obviously love. И тогда это, несомненно, не любовь. So, we're going to investigate together. Поэтому мы собираемся исследовать вместе, что такое религия. Why has man spent such energy? Почему человек потратил столько энергии, усилий, fasted, страдал, постился, истязал себя, find truth, чтобы открыть истину, find that which is timeless. Узнать, что такое вечное. Every religion has done this. Всякая религия делала это. That is, every religion says. То есть всякая религия говорит. Immense, immeasurable. Чтобы выяснить, что есть безграничное, неизмеримое, вы должны сделать определенные вещи. Отказаться от плотского. Control, контролировать. Give your life. Удерживать свою жизнь. Посвятить свою жизнь этому. And only then you will find. И только тогда вы обретете. They put this very simple statement. Они поставляют эту простую идею гораздо сложнее. Complicatedly, but that is what religions have said. Но это то, собственно, что все религии говорят. And in the Christian world, и в христианском мире, as in the Hindu and the как и в индуистском, и в буддийском, и в исламском, a figure, a symbol. Везде символ, образ. In the mysteries of a not too light a place, churches, соборы, with all the rituals, церкви с их ритуалами, accepting, obeying, повиновением, all that. Is called religion. Все это называется религией. Agree? Согласны? Is that religion? Является ли это религией? Or religion is something entirely different. Или религия что-то совершенно другое? Now we have been intermediaries. Сейчас мы имеем посредника. Highest священника. And so-called the lowest. Между высшим и так называемым низшим. He is the interpreter. Он переводчик. Like the psychiatrist. Как и психиатр. And the priest has played a great part in history. И священник играл большую роль в истории. From the Egyptians. С древними людьми, у тринкетян, у шумерийцев и так далее. Священники были учеными людьми и все такое. И они установили определенные законы, правила. And if you are skeptical, и если вы сомневаетесь, а я надеюсь, это так, сомневаетесь, спрашивайте. Never accepting anything. Никогда не принимаю на веру ничего психологического, кроме полицейского. And the tax laws. И налогов. Otherwise, to question, doubt. Во всем остальном спрашивайте, сомневайтесь. Never psychologically obey without understanding, going into it. Не подчиняйтесь психологически. Not belonging to any sect. Не принадлежите никакой секте, никакому другу, никакой организованной религии, Islam. Ни христианству, ни исламу. Not so organized, rather disordered. Организованному, а скорее неорганизованному индуизму и так далее. Если вы отставляете все это в сторону, если можете. Because we are heavily conditioned by propaganda of
глубоко запрограммированы 2000-летней пропагандой. Your brain programmed to 3 to 5 thousand years is in Indian soil. Или даже запрограммирован 3-5 тысячелетней пропагандой, как в Индии. If one wants если вы можете отставить эту сторону, что необходимо сделать, если кто-то хочет узнать, что есть безымянное, then what is religion? Что есть тогда религия? What is the quality of a mind? Каково качество ума или мозга? Has totally set aside, который полностью отказался all man's endeavor от всех человеческих попыток постижения. All his systems, всех его систем, методов, his systems of meditation, его систем медитации, breathing correctly, правильное дыхание, you know all that. Сидение с мыслью в ноги. Вы знаете все это. Все это бессмысленно. To calm the brain, успокоить ум, правильно дышать, sit in silence, спокойно сидеть в тишине, в комнате или под деревом. That will not bring about that which is immense. Это не принесет то, что безбрежно. So what is the quality of a mind? Поэтому каково качество ума, мозга? That has set aside all this. Который отставил в сторону все это. It is untrammeled. Он неограничен. Which has not any bondage. Не связан ничем. Which is free. Он свободен. Free. Совершенно свободен. That word freedom also has its root. Это слово «свобода». Freedom means love. Также этимологический корень слова «любовь». Свобода также означает любовь. Sexual love. Не сексуальную любовь. Love. А любовь. So, is that possible? Каким образом? When all возможно ли это? World is shouting. Когда весь мир кричит. When all the world is being entertained by religions. Когда весь мир развлекается религиями. Is that possible to live in this world? Возможно ли жить в этом мире, в обычной жизни? With such total freedom. В совершенной свободе. From all tradition. От всех традиций. From all knowledge. От знания. Where knowledge is necessary. Кроме самого необходимого. We're asking a really very very difficult question. Мы задаем действительно очень и очень сложный вопрос. Because knowledge prevents that which is prevents a true perception. Потому что знание препятствует истинному восприятию. From that arises, what is meditation? Отсюда вытекает вопрос, что такое медитация? Not how to meditate. А не как медитировать. That word meditation. Это слово медитация. And all the implications with that word. И все, что оно подразумевает. Apart from contemplation of Christians. Кроме размышления у христиан. That meditation has been brought over by the gurus into this country. Медитация была принесена христианами в Америку. And so on. Также распространяется в Америке. Their systems, their practices. Они имеют свои системы, свои практики, свои дисциплины. Gets a lot of money out of it. И гуру получает большие деньги. Goes on. И весь этот бизнес процветает. There are Hindu meditations, есть индийские медитации, тибетские медитации, школы медитации. Right? Правильно. Zen. Zen. The whole lot of them. Все что угодно. What are they offering? Что они предлагают? What is meditation? Что такое медитация? Not how to meditate or what system to follow. Не как медитировать или какой системе следовать. Это слишком незаконно, слишком поддетствие. What is it to meditate? Если вы спрашиваете действительно глубоко, что значит медитировать? Зачем надо медитировать? The word meditation also, etymologically and in Sanskrit, слово медитация, этимологически
и в санскрите означает изменять, не только размышлять, думать над чем-то, что есть часть медитации. Also it means understand measurement. А также оно означает понять, что такое измерение. Measurement means comparison. Измерение значит сравнение. The speaker is saying. Я говорю, рассказчик говорит, there is no meditation. Что там, где сравнение, там нет медитации. Понимаете? Are we following a little bit with each other? Мы следим хоть немного друг за другом. We're always measuring. Мы всегда измеряем. The better, the more. Лучше, больше. The less and the greater. Меньше, важнее. This whole movement of measurement. Все это движение измерения. Which is comparison. То есть сравнение. Can that completely end? Может ли это совершенно закончиться? Both. Psychologically and outwardly. Как психологически, так и внешне. It's part of meditation. Это часть медитации. It's what when you are inquiring. Таким образом, когда вы исследуете, что такое медитация, это означает не только думать, размышлять, смотреть, наблюдать. Complete ending of all comparison. Но также означает полный конец всякого сравнения. Short, tall, broad, wide. Короткий, высокий, широкий. Beautiful, not beautiful. Красивый, некрасивый. All those are a pattern of the self. Все это лишь качество личности. Where there is measurement, there is self. Там, где измерение, там есть личность. Да? So is it possible to live my life without any form of comparison? Жить повседневной жизни. Без малейшего сравнения. Then you will see for yourself. Когда вы увидите extraordinary quality of the brain. Удивительное качество мозга. Then the brain itself has its own movement apart from its own movement. Имеет свое собственное движение. И кроме того, он имеет другое качество. Then it's extraordinarily stable. Тогда он удивительно устойчив. Firm. Стабилен. Doesn't mean it doesn't yield, but it yields in firmness. Не поддается, он поддается, оставаясь крепким, в силе. And meditation also means. И медитация также означает the freedom from the network of words. Свобода от паутины слов и мыслей. So the brain is not entangled with words. Когда мозг не запутан в словах. With patterns, with systems. В измерении. With measurement. Then there is absolute silence. Тогда есть абсолютная тишина. And that silence is necessary. И эта тишина необходима. Silence has its own sound. Тишина имеет свое звучание. Have you ever listened to a tree? Слушали ли вы когда-нибудь дерево? This is not some crazy answer. Это не какой-то безумный вопрос. Have you ever listened to a tree? Слушали ли вы когда-нибудь дерево? Which is an old tree. Старое дерево. When the wind and the breezes have come to an end, when the tree is utterly silent, no leaf is fluttering, and then you listen to the sound of the tree. We were asked that question by a scientist. He accepted that, so you better accept. Он сознал, что это возможно, поэтому вам также лучше признать. Because you love science. Потому что вы любите ученых. People accumulate knowledge. Людей, накопивших знания. But find out the sound in silence. Но открыть звучание тишины. And where there is this complete
когда вы абсолютно, абсолютно не относительная тишина. Can be brought about through thought. Относительная тишина может быть принесена мыслью, волей. Saying I must be silent. Сказать, я должен быть тихим. That's not silence. Это совсем не тишина. There is silence only when there is freedom. Тишина есть только когда есть свобода. From all the things that man has accumulated. От всех вещей, которые накопил человек. In that silence, with the enormous sense of vastness, immensity. Такой тишине есть огромное чувство беспредельности, грандиозности. Вы больше не задаете никаких вопросов. Это есть. Then we ought to ask also a question: what is creation? Тогда мы также должны спросить, что такое творение. If we say God created the world, если мы говорим, что Господь сотворил мир, тогда это конец его. That's one of the convenient statements. Это одно из общепринятых. Various books. Понятие в разных книгах. That's no answer. Это не ответ. But if one begins to ask, what is creation? Если кто-то начинает спрашивать, что такое творение, как все это появилось? The tiger, the deer, тигр, олень, the marvelous tree, чудесное дерево, and the majestic mountains, потрясающие горы, and the great rivers of и великие world, реки. And this vast population. Это обширное население. How does it all this happen? Как это все произошло? We must distinguish between creation and invention. Мы должны различать между творением и изобретением. Creation is totally different from invention. Творение совершенно отличается от изобретения. Invention is still within the field of knowledge. Изобретение по-прежнему находится в сфере знания. Man who invented the jet. Человек, который изобрел самолет. From knowledge to knowledge. Он двигался от знания к знанию. He invented all new inventions. The technological world is based on knowledge. Все новые изобретения в техническом мире базируются на знании. Of not thinking and возможно, одна секунда без мысли. Within the area of knowledge. И затем что-то появляется. Но это по-прежнему creation из области знания. Invention. Творение не изобретение. Творение есть только тогда, когда знание кончается. Вы понимаете все это? Then that creation, тогда это творение is, forget to use that если мы можем употребить это слово, ничто. Nothing means not a thing. Ничто означает безвещественное. A thing is Latin song. Вещь в латинском и в других языках означает мысль. When there is no, когда ее нет, when there is absolute silence of thought, когда есть тишина безмыслия, then there is totally a different dimension. Тогда присутствует совершенно другое измерение. Get up, можно вам встать, пожалуйста?